Георгий Семенов, старый добрый Дед Мороз. Тебе ведь интересно, что произошло с ним тогда, много лет назад? С чего бы ему работать на нар, любимый? Наверняка у него есть серьезные причины. Он всегда был к нам добр. Снова тебя видеть, парень! Ты прямо на взводе. Что-то случилось? Поймал фашистского разведчика. Он в клетке сидит. Собираюсь его допросить. Не хочешь подсобить? А то меня уже слух подводит. Хм. Что-то мне кажется, что он не фашист. Что? С радостью помогу выжать немного информации из этого разведчика. Вот это по-нашему! Никакой пощады, мерзавцу! Thank you.
Так, так, вижу, ты с ним не сыр. Это оказался очень... Очень жаль. Ну, ладно. Нашего убили!
ожидал тебя тут увидеть. Ты... Это я, Игорь. Вы же помните меня, профессор Семенов? Столько лет прошло. Я думал, вы давно на пенсии. Но мы ведь... Игорь, я так рад тебя видеть. Вот только что... Что вы здесь делаете, профессор? Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Игорь, успокойся, пожалуйста. Мое дело наука, как и всегда. А политику и бюрократический вздор я оставляю другим. И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Менгеле. Я изучаю местную фауну. Удивительное создание, очень опасное. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные, полученные еще до Чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести, а то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать с НАР. Так мне кажется. Тени. Да. Похоже, они как-то связаны с Чернобылитом. Ты знаешь о Чернобылите? У тебя была возможность его изучить? Мы могли бы сравнить выводы. Но все-таки, Игорь, что ты здесь делаешь? Тебе ведь известно, что это закрытая зона. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня, кажется, провалы в памяти. Я не помню, что произошло в ночь аварии. Мне нужно найти ее и выяснить, что с нами случилось. Четвертый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки. Вот что бывает, когда политики начинают управлять учеными. Татьяна, такая чудесная девушка. А твой друг Борис... Слушай, охрана скоро вернется за мной. Не хочу, чтобы... Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду. Игорь, это еще не конец. Георгий Семенов. Старый добрый Дед Мороз. Thank you.
нанять этого старого пердуна. Просто, чтобы он мог покопаться в бумажках. Этот старый пердун сильнее, чем целая батарея. О, не ожидал тебя тут увидеть. Ты... Это я, Игорь. Вы же помните меня, профессор Семенов? Столько лет прошло. Я думал, вы давно на пенсии. Но мы ведь с вами люди науки. Наверное, отдых просто не для нас. Игорь, я так рад тебя видеть. Вот только что ты здесь делаешь? Здесь опасно? Что вы здесь делаете, профессор? Вы действительно сотрудничаете с НАР? Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Знаете, как обращаются с самоселами? Игорь, успокойся, пожалуйста. Мое дело наука, как и всегда. А политику и бюрократический вздор я оставляю другим. И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Менгеле. Я изучаю местную фауну. Удивительное создание, очень опасное. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные, полученные еще до Чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести, а то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать с НАР. Так мне кажется. Сеня. Да. Похоже, они как-то связаны с Чернобылитом. Ты знаешь о Чернобылите? У тебя была возможность его изучить? Мы могли бы сравнить выводы. Но все-таки, Игорь, что ты здесь делаешь? Тебе ведь известно, что это закрытая зона. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня, кажется, провалы в памяти. Я не помню, что произошло в ночь аварии. Мне нужно найти ее и выяснить. Четвертый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые... Вот что бывает, когда палить Татьяну. Такая чудесная девушка. Слушай, охрана скоро вернется за мной. Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду.
босс, есть минутка? Да? Что ты хотел? Я кое-что хочу спросить у тебя. Ого. Нет, но тебе нужно отнестись ко мне, Саш, какие у тебя планы насчет на... Пока не знаю. А просто мне кажется, что я хочу, чтобы... Вот как? А перебить их всех к чертовой матери, вот что! Слушай, я приехал... Да, конечно. В тебе много злости, Михаил. Я понимаю, но... Но что? Твоя больше ты строишь из себя крутого и уравновешенного парня. Чего ты от меня хочешь? Татьяна, это твоя цель. А когда тебе нужно, ты не стремаешься использовать меня в своих... Пожалуйста, не кипяти... Ничего не обещаю, профессор. Миша, ты всяк... Говно вопрос. Споры приготовления... Отлично. Тогда начнем. Думаешь, собирать припасы это так просто? А вот хрен там плавал. Тут понимание иметь надо. Например, растения с большими листьями часто растут рядом со своими родственниками по... Или даже по... Ну? Готов? Найди два... Кстати! Три, два... Хрен с ним, давай уже. Найди мне этих проклят... Игорь! Осталось 40 секунд! Секунд! Игорь! Поторопись! Неплохо, неплохо. Ладно, на... А ты неплохо справляешься, профессор. Мы еще вырастим из тебя сталкера. Если, конечно, ты не подохнешь тут, как последний кретин. Поменяемся, Оливер? Конечно.
Помощь! Help! Я видел, как они рыщут псар. Ты должен помочь мне, мышонок. Единственный, кто свалка в топощах. Судьба мира в твоих руках. Поторопись. Прошу тебя. Thank you.
Это Ольга? Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь?
Ugh!